На призыв в Рио главы Чувашии о взаимопомощи откликнулись сотни людей, десятки предприятий и целая благотворительная организация. «Время помогать» вместе с Московским фондом «Дари еду» собирают продукты питания, чтобы раздать их тем, кому необходима помощь. Евгений уже давно решил для себя, он будет помогать нуждающимся при первой возможности. Особенно часто он бывает в пунктах, где малоимущих людей могут накормить горячим обедом. Привозят полуфабрикаты, крупы, масло. Сейчас Евгений решил присоединиться к акции «Дари еду». Только за сегодня он приобрел 7 продуктовых наборов. Мне кажется, пакет собран, так сбалансированно для людей, которые сами выйти не могут. На какое-то время им будет достаточно. Человек, который кормит другого, если у него есть возможность, никогда сам не будет голодный. В гипермаркете «Лента» стоят тележки, и все желающие могут пожертвовать или отдельные продукты с длительным сроком хранения, или целые наборы. Схема простая. Вы покупаете товар и кладете его в специальную тележку рядом со стойкой информации. Дальше продукты фасуют вот по таким пакетам. Эти наборы, они достаточно большие. Здесь есть и сладости, есть и соки, масло, соки двух видов, чай обязательно. То есть то, что необходимо в первую для семьи на несколько дней прокормиться можно. В день около 50 многодетных семей с детьми-инвалидами получают такие пакеты с продуктами. Доставляют их волонтеры. Кстати, помощь нужна любая, и не только продуктовая. Например, компания «Дорис Нефтепродукт» предоставила машины, чтобы довозить еду до нуждающихся. Узнав об этом волонтерском движении в помощь людям, мы решили поддержать хотя бы то, что мы имеем. Мы имеем топливные ресурсы и решили обеспечить транспорт при развозе продуктов. В этой семье 4 детей. Все они сидят на самоизоляции, и такая помощь для них существенна. Вот мы вам передаем здесь 11 килограмм продуктов. Так здорово. Пожалуйста. Замечательный проект. Помогает людям в трудной ситуации. Потому что в наше тяжелое время даже купить элементарный продукт бывает очень сложно. Если вы хотите помочь, но нет возможности самим приехать в магазин, заказать продукты можно онлайн на сайте дарьеду.ру. А вообще приветствуется любая помощь. Вы можете стать партнером или волонтером проекта, помочь деньгами или с установкой бокса, а также оказать информационную поддержку. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика.